за хуйня, блядь? Да это вообще... Thank you.
Thank you.
одну песню, пусть забирает. А, если тяжелая, блядь. Тяжелая. Я лучше на телефон поснимаю. Я еще одну и... Thank you.
Not that.
Yeah.
надеюсь. Йог, я до того мудака. Говорят, да будет новый день. Thank you.
весна. Хочется пива. Блять, у нас. Димас, ем его, блять, клика дымай.
шашлен выкидывает, выкидывает. Пошел. Не плачь в него, блядь. Давай, блядь, давай. Что там, блядь? Я так химикат, ты! Ну, кинь в крюка, ты так кидаешь. Я так химикат, ты! Где крюк, блядь? Где крюк? Я не знаю, где крюк. Я так химикат, ты! Послушная собачка будет делать то, что я скажу. Он, блядь, не кидает. Алексей, смотри, делает закладку. Лёха делает закладку. Охуеть, блядь! Я до химикаты на йогуртах, блядь! Ты ж говорил, все на... На молоке, блядь! Самый маргинальный, маргинальный это химикат. Так, Диму, смотри! Воу! Что я сделал? Все, блядь, зафиксировано на кадру. Я звоню Володе. Я звоню Володе. Вот это допинг. Вот это допинг. Дай мне телефон Володе. Где крюк? Я звоню ему. Сергей Кругов. Ебать. Где куртку скинули, а бутылка целая. Блядь, это я им повезло. Что вы можете сказать о сегодняшнем концерте? Короче, друзья, оператор, который должен был снимать концерт, был немного невменяемым в состоянии, пришлось брать человека со стороны. Сейчас оператор лежит в ногах у Юли. Юли, да? Да. У Юли, вот, да, он собирается там делать куни. Вот. Он обхватил ее кресло и делал непотребную. Пока ее муж где-то проебался. Не видели? Да. Он, скорее всего, наверное... Хорошо, что подошел гитарист группы, скандально известной группы «Химикаты». Да. Оттащил его, уложил на отдельную скамейку. Ну, по-моему, он собирается с ним что-то сделать. Так. Совсем другое. Так, а что мы видим? Он сам подсел к Юле. Так, да. Что мы наблюдаем? Да. Ну сам сейчас. А где я сам, в общем-то, муж? Я сам муж Юли. Где муж Юли? А где делся наш, короче, друг? О, бля. Заебись, да? Не, ну трэш. Было жестко то, что ты сделал.
Давно не было концертов. О. Ну, мы бы выключили камеру, но не знаем как. Да, мы не знаем, как выключить камеру, поэтому... А оператора вообще все. Можно оператору ее отдать, блядь, обратно. Да? Нет, давайте масло дадим, чтобы он выключил. Да. О, посмотрите, посмотрите на него, посмотрите на него. Чувак, посмотрите на эту рожу, блядь. Димас, выключи камеру. Егор, что ты творишь? Оливер, блядь. Оливер разбушевался. Он угрожает тапком, блядь, посмотрите. Классное название для триллера. Ой, он угрожает тапком, блядь. Тихо. Бля, он кинет. Ой, он... Я его знаю. Бля. Текаем. Забери его, блядь. Оттащи его нахер. Пошли нахер. Ух ты, блядь. А, его пиздец, да? Что там? Вот смири, заколдуй эту суку. Волшебная палочка, бум-бум-бум-бум. Кто тебя пиздит? Никто не пиздит. Эй! Не падай, не падай, не падай. О, а вот и Владимир Крюк. Владимир Крюк, что вы скажете по поводу сегодняшнего концерта? Нормально. Спасибо. Здрасте, спасибо. Блядь, успокойся! Ну что, спать? Димас, выключи! Димас, ну рубай! Выключи! Вода в синей речке однако юный доброволец шел. Юный доброволец шел. Это доброволец. Доброволец. И вот второй доброволец. И третий, блядь. Иди нахуй, ты заебал меня, сука. Я тебя втащу, кстати, сюда. Гнать американцев прочь. Гнать американцев прочь. Гнать американцев прочь. Слазься, слазься ты, наш брат. Забудем подвиг твой. Слава, слава отважным добровольцам. Слава нашей дружбе боевой. Слава нашей дружбе боевой. Слава нашей дружбе боевой. Бля, бомби дальше. Я хотел ее так сыграть, я ее сыграл. Давай, давай, давай нахуй, блин. Победил, макет оказался сильным. Последний кораблик остыл, последний фонарик устал. А в горле сопят ком я воспоминаний. Пластмассовый мир победил. Макрет оказался на бар. Кому нужен ломтик июльского неба? О-о-о, моя оборона. Солнечный зайчик стеклянного глаза. О-о-о, моя оборона. Травный мячик нелепого мира. Солнечный зайчик стеклянного глаза. Космос победил. Моя оборона, солнечный зал.
Очень приятно. Я Сережа. Во! Пришел. Ой! Давай, отряд уже ай-яй-яй-яй. Давай, блядь. Почти
ты жалею. Уже не бояться с первым поедеем мертвому земли сын молоду Христом не остановиться. Откровение, чуть конкретно. Непрерывный суицид для меня. Непрерывный суицид для меня. Непрерывный суицид. Это экономическая нота. Нихуя. Ну играй, круто, куда ты собираешься влезть? А что играть? Я хуя, блядь, сидишь, пьешь, блядь. Я Егор Летов. Какой нахуй? Хей, хо, я Егор Летов, хей, хо. Эй, а. Давай, пиздуй дальше, блядь. Бля. О. Столетия сует о небе близких райков, похотливый православный, напрошенный католиков. Вечная весна в одиночной камере. Площадями многолюдными, пустынями, зловонными церквями, влагалищами, давай сейчас. Вечная вечная в одиночной камере. О! Нас разрежет на части. И намажет на хлеб, нас разрежет на части, и намажет на хлеб, и варят в желудках, попердят, а потом нас из жопы выезрут вон. Нас из жопы выезрут вон. Все, кто ссорят крутую, и слюною польет. Все, кто ссорят крутую, и слюною польет. Коренными зубами разжует, а потом нас из жопы выезрут вон. Нас из жопы выезрут вон. Yeah.
окружении общества. Лучше, чем одиночество. Стоят заводы, стоят заводы, стоят заводы, но нам насрёт. Бросай работу, земном шаре популярным сделаем новый спорт по миру. Лучше, чем одиночество. Стоят заводы, стоят заводы, стоят заводы, но нам насрать. Бросай работу, бросай работу, бросай работу, пойдем гулять. Разложение общества лучше, чем одиночество. Что мы можем поделать тут, если нам очень хочется? Мир стал хмурым и нудным, да и в принципе хер бы с ним. Лучше, чем старым и мудрым, я подумал, это мы тупым. Стоять, заводы, стоять, заводы, стоять. И у них почему-то сложилось то, что после этой песни всегда...